Всем добрый день. Сегодня хочу вам показать одно из мест в Казани, которое терпит, так сказать, экологическое бедствие. Землю и ближайшие территории, овраги, отравляют снегом, который впитал в себя все реагенты, которые были на дорогах. Всю грязь, весь мусор и весь этот снег привезли к нам сюда в Азино, на Минскую. Это овраг между Минской и улицей Закиева. Хочу обратить внимание на это место экологов и управляющих компаний, надзорных органов. Потому что это происходит не первый год, несколько лет назад такое же все повторялось. Сюда приезжала телекомпания «Эфир», снимала репортаж. Сюда приезжали неоднократно экологи. Они прямо заявляли, что это все незаконно, что это все губит природу. Даже было несколько штрафов на тех, кто сюда снег свозит. Но, как вы видите, это не прекращается. Снега, конечно, было много, я согласен. С ним нужно было что-то делать. Но прошу заметить, что рядышком, буквально здесь 300 метров, стоит снегоплавильная станция за мегастроем, где с радостью принимают весь этот снег. Но для того, чтобы снег туда сдать, нужно заплатить деньги. Сколько, не могу сказать, да, но, как мне говорили, там 400-600 рублей, что-то в этом роде. А за каждый КАМАЗ, который сюда привозит, кто хочет заплатить? Их здесь очень много. На этом люди наживаются. Вся эта соль, вся эта химия идет сюда вот в овраг. Овраг выжигается. Как вы видите, гора высокая. Здесь примерно 5-этажные здания, наверное, уже навалили они. Вот, как вы видите, склоны. Здесь все это далеко идет. Весной все это начинает таять. Тает и с точными водами все это уходит в реку Ноксу. Река умирает. Она и так уже в плачевном состоянии, но после таких вот свалок соляных, снежно-соляных свалок, вся природа у нас погибает. Как-то раз я уже снимал репортаж с этого места. Это было несколько лет назад. Был август месяц. Здесь были огромные ледники. Просто огромные-огромные толщины ледники. Видно было то, что когда летом снег это тает, концентрация мусора уже вся, она на поверхности. Все это видно, все это выжжено. Весной вот эти все деревья, которые здесь внизу растут, они умрут. Они просто побелеют от солей и грязи, которые здесь есть. Так вот, прошу еще раз надзорные органы принять во внимание это место. Это овраг между улицей Минской и Закиева. Снег сюда свозит КАМАЗы. Кто свозит? Управляющие компании или какие-либо муниципальные службы? Я не знаю и не могу это узнать. Прошу проверить это место и выставить какой-либо патруль, что ли, чтобы те КАМАЗы, которые сюда приезжали, были все оштрафованы. Потому что здесь тысячи машин приезжали сюда. Надеюсь, это видео не останется без внимания, потому что таких мест в Казани однозначно много. Если мы будем молчать, все это будет так и продолжаться. Люди будут наживаться на нашем здоровье. Куда сплавлять этот снег? Все знают, нужно их везти на снегоплавилку. Там весь этот снег тается, фильтруется, механическим способом мусор убирают, химическим, биологическим. И уже практически чистую воду они сливают в канализацию. Чистую воду, замечу, чистую. А это все в неочищенном виде попадет к нам в землю, к нашей реке.